Привет, ребятки. Гуляю тут по лесу, по сожженному. Не спрашивайте, что я здесь делаю. Все хорошо. И решил рассказать вам про глагол burn, а конкретно про то, как отличается он в британском и американском вариантах английского. Дело в том, что британцы считают, что это как типа sleep, slept, slept, и там sweep, swept, swept, с буквой T на конце, так и burn, burned, burned. Насколько я знаю, хотя даже это не burned, а burned. И вот это вот все. Американцы же считают, что это обычный глагол, и это чаще всего будет burned и burned во второй и в третьей форме, соответственно, с всем уважением к правильным глаголам. Единственное, где американцы используют burned в фразе burned out, типа, ну, я думаю, вы знаете, что такое burn out, когда вы сгораете на работе, например. Поэтому знайте это, а я пошел дальше. Всем пока, удачи и все такое. И берегите природу, тут пиздец какой-то, конечно.